Всем здравствуйте. Сегодня устроили ванный день. Долечки и Лилечки, так? Да. Опа, ребята. Сейчас давай папа водичку вам настроит. Давно не купали их, да? Ну, уже почти 3 недели. Надо их хорошо. Не, ну помыть. Мы их моем, но лапки всегда. Лапы, и ушки. Это все мы протираем каждый вечер. А мы не купали, да. Надо их помыть меня. Хорошо. Да, а, да. Светлана как раз купила им новую шампунь какую-то. А вот специально. Угу. Кто первый будет? Доля, а что случилось? Доля, может, не вода загорячая, что на ногах? Я посмотрю. Что на ногами так дорогает, нет? Ну, не сильно. Ухо! Что с тобой? А ну, шея там ногу попала. Видно, что-то дрыгает. Что там было? Вдвоем начали кувыркаться. Вначале давай первую долечку. Первая будет девочка, так скажем. Смотри, как ее мучаешь, посмотри на ее. Пятна, да? Да, посмотри, как далматинец, посмотри. Смотри. Да, как далматинец, а шерсти много у нее. Смотри. Да. Я вообще говорю, как далматинец. Долечка не боится воды, правда? Скажи, я не боюсь воды. Да, Лилечка, боягусь. Не, в ванне он не боится, а вот в бассейне он боится. А Доля такая попрыгунья, она и за мячиком прыгает в воду везде. Так, теперь Долечка. Она очень любит купаться. Не-не-не, Долечка, я еще не помыл. Оп, чтоб ты пахучая была у меня. Пахучая девочка была. Вот так. Что там нашла? А, что там нашла? Хорошо, помоем девочку. Какой хвост грязный. Ой, какой хвостяра грязный, а? Полили огород, помогли тебе, да? А теперь скажи, помоемся и будем отдыхать. Уже поели? Да, они бегают по огороду, пылюка. Ну, я не думаю, что они сейчас будут дурака валять в зале. Это 100% прыгать на диване. Виля будет вытираться. Вильчик будет... Эй, Доля не так. А Вильчик будет вытираться. Или сидит. Здесь в зале, или здесь в этом... В этой комнате он тоже любит на дорожках вытираться. В ванной, да, где же все. Смотри, как он усердно ждет, скажет, ну когда уже вымоет Долю. Ну, надо хорошо ее сполоснуть. Надо же хорошо сполоснуть. И лицо ей хорошо повытирать. Сейчас. Надо Светлана шампунь хорошо ее сполоснуть. Но потом, когда шампунь остается, то потом может так... Перхоть быть. Надо всегда проверять, когда лапки моешь, подушечка, чтобы ничего не забилось. Бо они по траве бегают, может какая-то колючка забиться. Вот так всегда надо пальчиками проверять. Стой, Долечка, сейчас я закрою. Вытру тебя, девочка. Ты лицо и вытер? Вымыл лицо, нет? Лицо не вытер. Помыть. А почему? Я ж тебе напоминала, Андрюш. Вот возьми зеленое полотенце, вытирай Долю, а Вилю красным тогда вытри. Долечка, а ну-ка, та-та-та-та-та-та-та, молодец. Стой, Долечка, куда убегаешь? Вилька, думаю, что меня не вытирает. Сейчас, Долечка. Виля, ты еще грязный, да, Доля уже чистая. Ох, и Виля грязный сегодня. Да, Виля сегодня очень Виля грязный. Виля такой грязный. Долечка, ну, Долечка, скажу, что тоже видно, когда она начинает по траве качаться, она белая, то по ней тоже видно. О, боже, какая Долька тяжелая. Какая тяжелая. Когда Вильчик был маленький, ты его в магазине всегда на руках носил. Я представляю, сейчас бы Долю бы в магазине на руках носить. Это было бы кошмар. Долго бы не смог. Надо их сважить. Сколько интересно Доля ваша. Ну, она уже и похудела, я скажу, чтобы она сейчас мало ест, раз в день только кушает. Ну да, на зиму наберется, скажи. Сейчас начнется осень. О, первый готов. Так, Долюня, ты чистенькая, да? Сейчас Вильчик. Теперь будем Вилю мыть, да? Виля у нас
Самый грязный, да. О, видите, да. Каждое вытирается. Все вытирается. Видите, все грязный. Коротень складки. А хвостки грязные у тебя. Хвостик, как у белочки. О, я думал, что я вон только лапу буду мыть. Ты уже смотри, какой недоволен. По бокам хорошо бы, он там грязный. Это Ляня когда? А тут я не знаю, что ему отмою. Он под машину был залез и запачкался. Мазут? Мазут или что? Ну, сейчас попробую ему. Вот шампунь отмою. Я не знаю, что он тогда полез был. Долечка тут не лазила, а он что-то под машину был полез. Не знаю, что он там искал. Опа! А Виля бы уже убегал. А Виля бы уже убегал. А Вилька бы уже убегал, да? Ох, хвостяру побоим. Вильчик Папкин. Ну, не знаю, что я тут ему отмою. Смотри, какой он красно-белым запачкался. Видишь, тут? Стой, Вильчик, стой. Ой, на Доле так не было видно шампуня. Посмотри, как на Вильчика шампунь. Ну, у него больше шерсти. Просто больше шерсти. Да. Видишь, а на Доле так не было. Коротышка Папкин. Стой. Лапки хорошо вымой. Подожди. Подожди, сполоснемся, видишь? Куда убегаешь? Ну, ты не посидющий пацан. Раньше так не делал. Не-не, он а раньше сейчас что-то он уже намного... Уже начинает нервничать. Там, да, уже психует что-то. Все папка тебе хорошо помоет. Ну, и ты будешь себе да. Потом бегать. Ушки не бойся, папа не намочит твои ушки, не переживай. Так не первый раз тебе мою. О, Юля уже чихает. Что случилось? Сейчас Юля уже выходит. Я вас в теплой воде был, не обманываю. Что Долечка чихает, Юлечка? Хочешь сказать, что у вас в холодной воде мою? Не мою. Тепленько водички, такой летний. Так, теперь сейчас, выпила девочка, красное сейчас. Полотенчика, возьми его. Сейчас, минуту. Доль не стягивай, это Вилли на полотенце. А, она уже хочет полотенце? Да. Ох. Вильчик красный будет. Долечка зеленым полотенцем. Зато отец и вся футболка мокрая, да, Андрей? Ну, то что же сделаю, переоденусь. Тоже сделаю. Ну, Вильчика, сколько не вытирай. Поставь его на то зеленое полотенце. Он все равно будет вытираться сам. Да я его уже подержу, ничего страшного. Уже и так мокрый. Пушистик. О, сколько шерсти у Вильчика. Аж стонет, аж стонет. Все равно будет вытираться, смотри. Все, мы выходим, да? Не-не, еще его не выпускай. Не-не, опять начинай. Он должен повытираться. На, Вильчик, полотенце зеленое вытирайся. Ага. Он все равно будет вытираться. Не знаю, Вильчик. Доля, ну проверь, че или его уши. Не мыл, конечно, помой ему уши. Знаешь, что он делает. Все, воняет, Вильчик? Лапки почистит свои. Доля проверяет. Или вы хорошо его помыли. Долечка проверяет. Или помыли его хорошо. Чистюля такой маленький. И Доля так не делает. Ну а Виля будет вытираться. Он все дорожки проверит. Да, он везде. А что ж, он дорожку-то уже намочил. Думаю, что я буду по-мокрому. Надо на сухой дорожке, на другой. Мать что-то пытает, творит. Все? Еще не вытерся? Да, теперь уже полотенце.
Артист, артист Папкин. Долечка думает, что он творит. Все, устал. Вирчик, ты устал? Сейстанко. Вирчик, хорош, пошли уже. Ну, пускай уже до конца повытирается, он придет сам. Хорошо, Светлан? Я пока так оставляю, а потом уберу. И что? Тимоха, что ты делаешь? Тимоша? Светлана, он опять твой цветок ест. Саша, я говорю, да угробить до конца все-таки мне эту пиалку. Тимоша? Тима? Ну, она не реагирует. Видишь, ему хорошо все. И главное, на белую не садится, а на красную садится. А Тимошка, разбойник, снова Светланку, ну, фиалку. Что ж ты наделал, а? Мама через окно увидела с улицы, что ты творишь. Тимош, ты видишь, что он, Светлана, делает тебе? Тима, мама выпустила тебя, чтобы ты полетал. Выпустила тебя, чтобы ты летал. А ты что творишь? Иди папе на пальчик. Зачем ты фиалку трогаешь? На телефон. Я спрячу ту фиалку и все. Знаешь, что он надел? Артист. А он, знаешь, Светлана, он землю. Да, он порядок навел. Мы его постоянно выпускаем вечером, чтобы он полетал. Ну, что раскричался, а? Крикун маленький. Тима. Он любитель поиграться. Полетать любит. Так, Тимошка, полетать любитель. Ох и Тимоша, разбойник такой. Мама кричит за фиалку, а ты все равно ее угробишь. Так? Ох, зайчик маленький. Надо ее спрятать, пока ты тут летаешь. Бо мамка шок достает, когда ты фиалку мамину. Он прячется, стесняется. Спрятался, спрятался малыш, да? Ты что спрятался, Тима? А ну выходи. А ну выходи, мальчик, выходи. Тимошечка, маленький такой, красивый Тимоша, да? Тимоша красивый. Тимоша. Тимоша маленький. Дай поцелуй. Молодец. Такой смешной этот Тимошка. Смешной. Смешной, да? Мы раньше его выпускали, вот у нас по квартире летал. А сейчас как будем выпускать? Его словит або Доля, або Виля, по-любому его словят. Тимошка, не делай такое, а? Вот сейчас закрою клеточки и будешь в клеточке сидеть. Хочешь в клеточке быть? Полетай лучше. Артист маленький. А мне ничего нет. Я раньше его кормил, когда он маленький был. Так, маленький. Чудик. Чудик маленький. Чудик. Тимошка, чудик. Тимоша. Тимоша. Маленький такой мальчик, да? Маленький мальчик Тимоша. Мы пару ему не заводим из-за того, что он станет дикий. Бо я даже читал в интернете, и так говорят, когда еще одну пару заведешь ему, то он будет дикий, он не будет ручной. Так, Тимошка, скажешь? Ну, Тимошка, он у нас ручной. Иди на пальчик. Иди. Молодец. Покажи, скажи. Я на пальчик хожу. Я ручной, скажи, да? Скажи, ручку протянешь, и он садится. Так, Тима. Тима. Ну, что ты там рассказываешь? Тимошечка. Такой красавец Тимошка. Тимоша красивый мальчик, да? Красивый мальчик такой, красивый.